Доброе утро, друзья. Я сегодня иду на работу, машину поставила чуть подальше, а там не было рядом с парикмахерской. Ну, думаю, ну, пробздюсь, пройдусь, посмотрю на морюшки, я давно тут не ходила. Смотрите, вот у нас газ, вот так продают, поставят пустые баллоны, и газовщик едет, видит этот пустой баллон и привозит им. Я так сегодня вроде как не одела ничего сверху, но нормально. Смотрите. Ой, дискот. А, гляньте, они там с сумбой занимаются. Ну-ка, ну-ка. Круто, гляньте как. Аля, аля. Ой, я бы тоже позанималась. Обожаю сумбой заниматься. Класс. На свежем воздухе дышат. Морским, чистым, солененьким воздухом. Вообще шикардос. Класс. Все, пошла работать. Сейчас поехала заправиться, машину заправить после с утра. Ну, чтобы потом не ездить туда. По пути у меня было. Так вот это вот зверь чуть заправщика не сожрал. Хорошо хоть в машине был, за стеклом. С утра у него, видимо, энергии было очень много. Начала выбрасывать мусор, пошла тоже. Тоже мужчина прошел мимо машины, так тоже его чуть ли не сожрал. Я говорю, ты что, проснулся не с той ноги или у тебя сил дофига? Пришлось его поругать, наказать чуть-чуть. Ну, ему, наверное, он вообще не понял, что произошло. Вот когда в машине, к машине невозможно подойти, он, когда самое интересное, знаете, он в машине прям вот кидается на людей. Откроешь, если машину... Вот, он выходит, он, знаете, так выходит, типа, а, что тут, я на тебя гавкал когда-то? Не, это не я. То есть он вообще, когда он на свободе, он не замечает людей. А если в машине, то все, там у него он такой хищный зверь, что он всех готов сожрать. Блин, пойду какашки убирать. Заехала в Лидл, смотрите, здесь, ой, в Алди. Это Алди. Здесь такой вот по 8 евро кожаный ремешок, прикольненький продается. Такая кастрюлька интересная. 17 евро. О, гляньте, ручки снимаются. Классно. Но у меня есть мой великолепный казанок. Здесь вообще много всего интересного. Смотрите, джинсы 10 евро. И вот разные кеды 13 евро. Смотрите, вот эти даже неплохие. Жилетки 10 евро. Разные. Вот видите, какие модели есть. Вот такие по 8 евро. Кожаные ремни черные. Вот это тоже интересно. Так, штучки. А вот формы. Это эмалированные по 8 евро форма. Вот, кстати, вот такие 12 евро классные. Всем советую купить. У меня вот такие есть, очень удобные. Их можно и в духовку запихать, и закрыть. В общем, супер. Что тут еще есть? Ну, очень много всякого. Пойду еще клубнички себе возьму. Больше, в принципе, ничего не надо. Так что много всяких. Люблю полазить, посмотреть что-то. Смотрите, это для, например, для этих, для шарфиков 5 евро стоит. Двинища много. Бутылочки. Водичку с собой брать. Пойду клубничку возьму. Что-то клубники хочется. Я замерзла. Тут холодно. 2,50. А что-то дорого, мне кажется. Чё, сколько? Полкило. 400 грамм даже. 2,50. А вот... Ну, зато, наверное, хорошее. У марокканцев стоит 3 евро килограмм. Наверное, у них лучше возьму. Потому что килограмм же... Хотя зачем мне? Это ж не знаю. К
кто-то оставил велик, и вот что только от велика остался. Зато пристегнут, все как надо, чтобы не угнали. Но если честно, то он давно здесь стоит. Походу, и он никому не нужен. А моя радость, смотрите, загорает, принимает витамин D. Ты витамин D принимаешь? Ты витамин D принимаешь? Красавчик мой. Те я ему окна отставляю открытыми. На улице еще не так жарко, чтобы прям переживать. В итоге не купил клубнику, но купил другую штуку. Смотрите, вот такие щипчики, или как их назвать. Конечно, хочется зубами разодрать. Ну, до дома дотерпим. До дома, до хаты. Так, ищу камеру, говорю, а где камера? А я на что снимаю? В общем, пояс вот такой купила. Тебе жарко, что ли? Конечно, ты там загорал. Он вот обычный, ну, вроде как кожаный, знаете. Вот, и поясов мало не бывает. На лето вот. И, кстати, подойдет к моим лосинам. Не лосины, как их назвать-то, брюки, которые вот у меня такие, типа а-ля кожа, которым я пришивала сама, чтобы пояс туда вставлять. Ну, в общем, понятен, да? Кожаный. Я кожу легко определяю, потому что она пахнет кожей. Тебе жарко? Ты там не загорался? Так что все, поедем кушать. У меня сегодня на... нет, я пока... Уберусь немножечко, быстренько. И телефон надо зарядить. Халява. Всегда, когда езжу в машине, заряжаю телефон. Потому что я на работе сегодня много читала. У меня там интернета особого нет на работе, поэтому я там читаю. Книжки. Фантастические. Смотрите, что меня завтра ожидает. Картошка в мундире с селедочкой. Лучка люблю побольше. С чесночком. Ой, с этим. Господи, с чем? С маслом душистым. И с уксусом. А здесь мы будем делать ленивый ролл. Или суши, как их назвать. Я уже тут приготовила огурчик, авокадо, рыбка. Вот у меня тут разная. Я вчера сварила рис. Ну, там со всякими специями. Все дела как надо. И вот у меня есть вот такой, сейчас, творожный сыр. В общем, я лист нори. Вы, наверное, много раз видели уже этот рецепт. Вот так вот, видите, разрезала до середины. И на одну сторону я сейчас буду мазать творожный сыр. Вот так прям. На 1/4 часть. И сюда же буду выкладывать рис. Рис обычный, круглозерновой, никакой не для суш. Я не увидела разницу между... Раньше покупала для суш, а потом купила просто такой обычный круглый и... Все то же самое. Не увидел никакой разницы. Вот видите, он такой же клейкий. Так, на другую сторону мы кладем авокадо. Нет, положим рыбку. Сейчас ее открою. Ой, она... Это. И вот так кладем рыбку. И будет вкуснотища. Руки вымыты, потому что я селедку... Чистила, пока чистила, блин, съела половину. Сюда кладем авокадо.
будет вкуснятина. А сюда можно огуречек. Так, теперь самый главный момент. Надо все это сделать, нам сложить. Вот так. Потом вот так. И потом так. Ну, неважно. Вот так. О! И вот так все это естся. Смотрите, ну шикарно. С соевым соусом ленивый ролл. Шикардос. Вышла на нашу прогулку. Знаете, солнце светит вроде как. Чарли. Вроде бы как должно быть жарко, тепло, но не жарко. Барчики. У нас, кстати, сегодняшней ночи, то есть завтрашний Чарли, вот тут видите, сегодня какой-то это гавкающий. Вот, послабление у нас сегодня, завтрашнего дня. Опять послабление. И теперь у нас магазины же и бары работали только до 6, а вот с завтрашнего дня они могут работать до 9:30. По идее, мне как бы без разницы, но с другой стороны не без разницы. Потому что если что-то хочешь в магазин какой-то сбегать, я имею в виду там шмотки, все такое, то в 6 уже все закрыто. А сейчас в Испании в 6 часов, это, знаете как, я не знаю, только начинается день. То есть здесь же сиеста до 6, до 5:30. Днем-то, летом жарища страшная будет, никто не выходит на улицы, поэтому и сделали сиесту как бы, ну, давным-давно. Потому что летом днем никуда не сходишь, вся жизнь начинается в 6 часов. А тут раз в 6 часов все закрыто уже. Но это всего лишь, вот они сейчас идут, смотрят по неделям, на неделю. Если будут, естественно, вспышки и все такое, то опять все. Ну, у нас, знаете как, в нашем регионе не все было так строго, как вот я смотрю в других странах, там даже в других городах. У нас, например, не закрывались с марта прошлого года, не закрывались магазины. Хотя вру, одежды закрывались на пару недель. Ну как-то вот, знаете, все так... Ой, что делать, Чарли? Бесит. В общем, если бы не маски, можно было бы подумать, что идет нормальная жизнь. Я вот смотрю в спортзал. Вот, например, у нас был закрыт. Недели две он уже открылся назад. И бассейн открывается у них тоже. Так что потихонечку, помаленечку подходим к лету. О, мужчина большой. Прошлое лето было, в принципе, нормальное. Там... Не особо, все спокойно. И вообще у нас говорят, все больше говорят, ну, ученые, что вот эта вот болячка будет сезонная. Боже мой. Там едет-то какой-то, блин, чипизденчик. А крик от него, иди, мати. Как будто там целый этот едет трактор. Это у нас вот это церковь, а рядом дом престарелых. Там еще есть поликлиника. А вот это вот белый, это дом престарелых. Там тоже у нас была вспышка. И что-то даже, по-моему, человек 5. Чарли, пошли. Умерла. Но сейчас у нас все уже жители домов престарелых привиты. И они вообще, видите, вот там гуляют уже, выходят. То есть раньше им даже запрещали визит своих. Дома престарелых здесь не то, что вот, как вы думаете, там, как я не знаю где. Здесь дом престарелых — это санаторий. Там у них парикмахеры, медики. И вот... Поэтому, когда дети, например,
их туда оприходуют, это не значит, что они от них избавились. Это даже наоборот, это значит, что они о них побеспокоились, потому что дома, например, старикам нет такого ухода, как вот там за ними присматривают. Их всегда можно навестить. Поэтому вот так. Вот эта женщина украинка, по-моему, если я не ошибаюсь, да. А еще вот знаете, нам как бы здесь, вот, например, в Испании, особого различия у нас как бы нет между украинцами и русскими там, еще какими-то, то есть все, кто говорит по-русски, русскоговорящие, скажем так, и откуда там, с какой страны, как бы нет такого расизма, что ли, или как это еще назвать, вот, то есть по барабану. Поэтому вот так. Я, кстати, в это воскресенье, у нас же пост начинается, да, в понедельник, я пойду в церковь, у нас приедет батюшка, он украинец. Я уже много раз вам рассказывала, что я ходила к ним раньше. И вот в это воскресенье он приедет. И тоже хочу сходить перед постом. Только вот особо не помню. То ли служба в 9, то ли в 10. Вчера у подружки спросила. Она вроде мы с ней раньше тоже ходили. Она говорит, в 10 было. Ну, пойду к 10. Потому что не хочется сидеть там целый час. И ждать у моря погоды. Отщипнула цветочек. У нас там на улице растет у одних. Прям так красиво он переета. Красиво, в общем, растет. У меня такой был уже цветочек. И, в общем, он что-то заболел или что. Я его выкинула. А этот вот сейчас посажу. Он принимается быстро. И будет у меня вот такой цветочек. Пойду белье сниму, заодно в предкроватный коврик вытряхну. У меня не особо там загрязненный. Слышите колокола какие? Да и тут у нас никто не живет. Очень хочется селедку прям до дрожи, но уже поздно. Знаете, что я, значит, достала? Лучок съем. Он маринованный. Со вкусом селедки. Я вообще, когда так селедку делаю, я больше всего в селедке люблю лук. Я прям его стараюсь бабахнуть побольше. Ну, сейчас его съем, на завтра не оставлю ничего. А вы любите лук из селедки? Ну все, отвела душу. У меня же тут есть салатик со свеклой. Короче, сейчас всего напихаюсь. Ну вот, друзья, я и поужинала. Теперь чаек и пойду купаться в душ. Надо что-то думать завтра, что можно предложить в качестве еды. Надо об этом подумать хорошенечко, потому что у меня-то есть селедочка, картошечка. А вот ему вопрос сложный. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем. Пошла я в душ. Моя рыба кушает. Искала гамбургеры в заморозке. Нашла сырок. Достала себе, но завтра десертик будет. И какое-то мясо.
Какой, не знаю. А, это вырезка свиная. Ну, нормально ему будет. Пожарю. С чем-нибудь. И все. Я уже сходила. Намазала серум. Серум сывороткой. Сейчас пойду кремами мазаться. И все, друзья. Завтра уже пятница, развратница. А там суббота. Ну, у меня еще до выходных далеко. У меня наоборот начинаются самые такие рабочие дни. А там скоро у нас День Отца будет, 19 числа. Вот, это большой праздник. Вот я только не уверена, он будет выходной или не выходной. Это пятница. Не знаю. Потом надо расспрашивать местных жителей, потому что столько праздников, я теряюсь. Какой? Ну вот у нас говорят, что, знаете, у нас День Отца, на следующей неделе потом уже Страстная Неделя начинается, Семана Санта. И, в общем, у нас все закрываются все, как это, регионы, чтобы нельзя было выезжать между регионами. Ну, понятно, с чем это связано. Ну, для меня все это все как обычно. Для меня ничего не меняется. Просто некоторые, знаете, семьи, так как много выходных, и некоторые семьи на эти выходные берут там себе как бы мини-отпуски, и они встречаются друг с другом. Вот. И, ну, не знаю, в этом году, второй год подряд уже нет Страстной Недели. Это трындец. Такого в Испании никогда не было. Был один раз за всю вот историю, один раз, когда не был Страстной Недели. А тут уже второй год подряд. Ужас. Ну ничего, переживем. Главное до лета дотянуть. А там море, пляж, будем загорать. И все. Ладно, всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.